Сейчас, в общем, несколько минут подождем. Да, привет, привет. Подождем несколько минут. Послушаем отличный саунд. И уже будем потихонечку начинать. Все же знают, откуда этот саундтрек. Так, сегодня посмотрим, как пойдет. Может, что-нибудь еще, может, Fallout будет еще. Не знаю, посмотрим. Не помнишь откуда? Подскажу, это из фильма. Причем из недавнего фильма. Так, народ потихоньку подтягивается. Так что скоро будем начинать. Всем, кто подходит, всем привет. Выживший, правильно, молодец. Нет, саундтрек просто аж пробирает. Лагает все. Так, смотрим. Но у меня потерь кадров нету вообще. То есть, это у тебя что-то. Попробуй обновить страницу. Так, ну еще ждем парочку минут и будем стартовать. О, Зевс, привет! Прям вовремя пришел. Во что играть будем? Ну ты посмотри название стрима, там все написано. Хаяока что? Ни хрена не понимаю. Хаяока 1616 подписался. Спасибо тебе большое. Why Game Pause? Uh...
Because we're starting now. Так, чё, ладно, давайте начинать потихонечку. I don't know Russian. Sorry. It's Russian stream. Так. Ладно, давайте начинать. Переключаем. Так. Где мы там? Так, пишите, как слышно игру. Потому что может она очень тихо быть. И вообще, слышно ли звук из игры сейчас? Не знает русского, но подписался. Ну так молодец, про это канал делать. По-моему, он троллит. Возможно, есть такие товарищи. Тролли. Так, звук из игры слышно хотя бы? Сейчас будем запускать потихоньку. Так, надо мне знать, видно ли чатик. Чатик видно, все хорошо. Так, давайте у нас выживание. Я буду, наверное, заново начинать. Вы же, наверное, не смотрели. Не все смотрели мое прохождение. Поэтому будем новое выживание. Так, выбираем сложность. Пишите, какую сложность. Самая простая, средняя, самая сложная. Слышно, игру слышно, это хорошо. Ладно, сейчас еще во время игры напишите, чтобы оно меня не заглушало и было не слишком тихо. Так, пишите, какую сложность выбираем. А потом будем среднее. Так, один вариант есть. Предпоследняя? Ну, средняя, понял. Два варианта на среднюю уже. А, какие-то вы не очень активные, поэтому... По харду давай! Нихера себе! Ну, я буду подыхать там, как этот самый. Но, в принципе, я не против. Можно и по харду. Но смерти будут в два раза чаще. Ну что, по харду? Супер Алексав. О, привет. Че это ты зашел так прям? Так что, средний или по харду? Давайте быстрее думайте. Средняя. Ладно, не будем утруждать себе задачу. Пока на среднем поиграем. Если помрем, по-моему, на сложном. Хотя это, в принципе, нелогично особо. Ну ладно. Так, теперь давайте выбрать локацию. Загадочное озеро. Прибрежное шоссе. Отрадная долина. Зона запустения. И волчья гора. По харду? Да вы смерти моей хотите. Так, ну ладно, давайте по харду, что мне, в смысле, не сложно. Долина. Отрадная долина, по харду. Есть еще варианты? Или всем похером? Так, меня ветер этот не заглушает, а то просто он мне орет в уши. Рандомно давай. Хороший вариант, кстати, мне нравится. Давайте рандомно предоставим все удача. Норм. Что норм? А, норм, все, понял.
Все, нажимаем случайный, будем здесь играть мужиком. Sandbox 1. Необычайно гемагнитная буря забросила ваш самолет прямо в дебри Северной Канады. Сколько времени вам удастся продержаться? Я вам скажу, мало нам удастся продержаться на харде. Особенно если сейчас выпадет Волчья гора, это вообще капец. Я ушел в лес, потому что хотел иметь дело только с реально существенными сторонами жизни и узнать, смогу ли я этому научиться, чтобы перед смертью не обнаружить, что не жил. Жизнь так дорога, и я не хочу... я не успел прочитать, сволочь. Ну ладно. И мы... Ой, только не говорите, что мы на Волчьей горе, а. По-братски, прошу вас. Да, ребят, мы походу на Волчьей горе. Или нет? Но если это Волчья гора, то мы не выживем. Или это не Волчья гора? О, это Волчья гора. Замечательно. Ай, господи. Ладно, пойдем. Что делать там? Так, главная сейчас задача — найти домик альпиниста. Потому что это единственная постройка, которая здесь есть. Нахрен. Так, ты бегать будешь? А, вот так бегать, точно. Я же забыл уже. Так, это у нас крыло или хер поймет. Ладно, пойдем. Как там, нормально все? Не лагает? Ничего? Что? Твою мать, волк. Отвали, волчара. Отвали от меня. Отвали, тварь. Уходи. Уходи, говорю. Твою мать, мне отбиваться нечем даже. Я же говорю, что мы не выживем. Давай. Все, капец. Хорош, ну. Как вам такое начало? Не лагает звук, хороший ты труп. Верно подмечено. Слышь. Погрыз меня такой, и, короче. Хватай. Чё делать, а лечи раны? Риск заражения. Ну, капец, короче, мне. Плохо, ну ещё бы. Тебя волк чё-то не порвал. Ну там медведь ещё идёт, твою мать. Кек, да уж, кек. Ну, короче, это край. Это больше, конечно, не сможешь. Ох, а я не помню, куда идти, если честно. И даже, знаю, кровавый след. Жизни тратится, холодно. Капец, короче, нам. Плохо себя чувствует, товарищ. Да, начало отличное вообще просто. Подожди-ка. Не-не-не, погоди мне. Наоборот сюда. I'm not ready to die. Умирать неохота. А придется. Капец, короче. Походу сейчас будем заново начинать, потому что это не вариант. Да уж. И вариантов спасения просто как бы нету. Даже, в принципе, даже сейчас дойду до хижины. Ну толку. Ох твою мать. Потапыч. Потапыч, не вздумай бежать за мной. Какой хоррор будет в субботу? Да уже говорили, будет Layers of Fear. Чертовски страшный хоррор. Просто вот до жути.
Как говорит Куплинов, что можно ляжки обдрастать просто. Так, 16%. Не, ну вообще не вариант. Без одежды, еды, топлива и... Things are starting to look pretty grim. Печально. Ой, блин. Не, ну сейчас, короче, сейчас он на 10 начнет колбасить. Ну, кстати, мы пришли к домику. О, началось это уныние. О, ну все, короче. Я даже до домика не дойду. Семь. Шесть. Не, ну капец. Ладно, сейчас будем заново начинать, потому что сразу нам не повезло. Буквально с самого начала. Это волчара позорная. Не, не доползу. Вот она, хижина уже, вот она. Стоит. Красивенько. 1%. Ну и все, короче. Давай, давай. Ну все. Вымерли от потери крови. Поздравляю, первая смерть за сегодня. И не последняя, думаю. Ладно. Давай по новой, Миша. Все, херня. Да, драма та еще. Ладно, еще раз выживание, новое выживание. Ну что, опять на сталкере пробуем? Или как? Или все-таки на среднячок перейдем? Потому что, походу, сталкер это не наш уровень. Ну, пилигрим это отстой вообще. Или еще раз рискнем? Серединку, я так понимаю. Ага. Ладно, давайте. И опять случайно. Опять мужик. И опять сэндбокс один. Опять та же самая заставочка. Так. Поехали. Выживают не сильнейшие и не умнейшие из видов, а те, которые лучше всех адаптируются к переменам. Чарльз Дарвин. Вот это я понимаю, начало нормальное, а не то, что было сейчас. Так, чё там? Ничего хорошего. Так, ну... Да, иди лутайся. Так, что там у нас? Травяной чай, забираем. Жранина, забираем. Еще жранина. Забираем. Что там, спички? Тоже забираем. Газировочка. Вот это я понимаю начало. Не то, что мы наблюдали в самом начале. Тавтология, как получилось. Ну ладно. Так, что тут еще? Газетку забираем. Пригодится. Так, это тоже пригодится. Что там? Вот, мяско. Шоколадный батончик. Прям, смотри-ка. Прям рай какой-то, а? И здесь до хера всего. Тут крусобака. Тихо. Вот. Факел. Так, попозже сходим. Так, что у нас тут? Аптека. Так, понабрали. Набор для шить. Слушай, прям... Что у нас в шкафах лежит? Не закрыто. Нужен гвоздодер. Что там? Газетный рулон. Нет. Одного нам хватит. Хотя давай. Пока есть место, давай набирать, короче. Так, здесь мы. Что там? Банка сардин.
Так, что еще? Давай, простые инструменты. Нет, давай-ка спичку зажги. Так, что у нас тут есть? Ничего, купоньки, конечно. Забираем, фонарь забираем, ножовку забираем. Конечно, можешь. Так. Ткань. Гвоздодер, отлично. Блин, что-то прям... Не, ну на нас скитальцы, вам скажу, прям идеально играть. Так, что еще есть? Книга. Для костра пригодится. Радио, так полагаю, можно разобрать. Но пока не будем этого делать. Да и нечем это делать. Набор, так. Хорошо. Так, пойдемте там откроем запертый этот шкафчик. С помощью гвоздодера. Еды многовато. Ну, здесь еды... Хотя нет, здесь бывает много еды. Ну, по крайней мере, на скитальце. Так, пусто. Зря, короче. Что-то, по-моему, у меня уже перегруз. Не? А, не, половину только. Что-то так... Сумкой уже трясет. Так, что у нас здесь? Кроватка, можно вздремнуть, но пока нам это не надо. Так, спальник. Да у нас как бы есть. Так, давай ящички проверять. Так. Так. Ни хренашеньки. Так, что у нас тут? Жранина. Так. Так, нам бы водички набрать. Перчатки. Это хорошо. Уже одежда пошла. Так, забираем. Так. Ни хренашеньки. What have we here? Банка кофе. Она нам очень пригодится. Так, книга. Так. Я что-то навалом прям. Ну, в принципе, на первое время нам хватит. О, шкафчики. Так. На всякий случай. О, вода, отлично. Металлолом. В общем, полно всякого добра здесь. Давайте даже мы, наверное... Подожди-ка, нет. Перчатки. Вот так вот сделаем. Блин, бы куртку найти. Было бы вообще же хорошо. Но, насколько помню, тут рядом дома есть. Поэтому мы сейчас будем... Лутаться просто как не в себе. Так. Пойдемте отсюда. Так, ну волков вроде нету. Уже хорошо. А погодка, конечно, не айс вообще. Так. Сейчас нам главное одежду найти. Уже хавки нам, по-моему, предостаточно будет уже. Хавки, питья вообще просто даже много, в общем. Так, пойдем искать сразу одежду. Ничего нет. Понятно. Ничего нету. Ну, неплохо было бы ружьё найти. О, пуховик, вот это я понимаю, находка. Варежки. Еще варежки. Т.
Так, ничего нету. Ладно, пойдем. Странно. Что там? Газировочка. Вот газировки ты уже хоть, я не знаю. Так, полотенчик. Кстати, можно водички набрать. Пошел готовить, но в пол смотрю. Давай, давай. Смотри. Так, взять все. Вода нам пригодится. Так, можно поспать, но пока нам не надо. Что, морозилки? Так, крольчатинка, она что-то уже начинает портиться. А это, я вам скажу, плохо. А, блин, его пуховик одеть. Сейчас оденем так. Оп. Так. Нормально. Хотя бы теперь у нас пуховик есть. Так, сюда сходим. Бля, ружье б найти. Было бы вообще классно. Ай, спички жечь. Так, что там? Спички. Отлично. Так, здесь у нас ничего, здесь у нас ничего. Пойдем сразу наверх. Так. Ничего полезного. Опа, свитер. Свитер — это хорошо. Опять варежки. Да сколько можно этих варежек уже? Ну давай-ка выложим варежки. Что? Вот эти, вот эти. Нафиг они нам не упали. Пацаны, тоже выкинуть. Нахер. Не нужно. Вот ботиночки найти, вот это да. А, ну блин, состояние не очень у них. Ладно, пока возьмем. Пусть будут. Так, ружья нету. Это плохо. Повязка для чистки воды. Так. Ну, в принципе, нормально. Так, здесь у нас что? Так, осмотрим еще. Микроволновки оставили, да, конечно. Так, в шкафу мы. Вот, вот это другой разговор. Ну-ка. Сейчас мы, короче, ботиночки вот эти оставим. Не-не, они беспонтовые. И эти беспонтовые. Так. А эти оденем. И это оденем. Вот так вот. Все, в принципе, можно отсюда валить. Так, а, мне в другую сторону, вот сюда. Так, на АЗС мы были. Ну, конечно, это открыть. О, шапка. Батончик, все, поперли. Так, что у нас там по состоянию? Все хорошо. Еще здесь одежду поищем. И пойдем. Но пойдем мы не по... как его?
не по дороге, а туда вверх пойдем. Так. Покинуть дом. Так, здесь ничего полезного. That'll come in handy. Ботиночки у меня уже есть. Носки. Воу. Вот это свезло, так свезло. Так, бросим. Так, ветростойкость. А тут канадская вязаная шапка. Ладно, так, и носки выбросим. Нахер не нужны они. Так. Что-то, в принципе, пойдем уже, пока еще светло. Санчес, привет. Так, что-то погода портится. Я смотрю, давайте вот сюда пойдем. Можно бы пойти по дороге туда, но что-то я не хочу. А, Сакрамита, привет. Я знаю эту игрушку, крутая тема. Вообще отличная, в смысле. Самая, наверное, лучшая выживалка, которая есть. Ну, из тех, что в раннем доступе. Просто замечательная игра. А еще когда сюда сюжет прикрутят, вообще будет отлично. Так, и куда мы придем? Мне вот это интересно. Волки с медведем. Ну да. Эти сволочи пушистые, блин. Особенно волки. Медведи как сами по себе такие мирные. Более-менее. А вот волки эти позорные, это вообще просто ужас. Просто ты пропустил, а мы сейчас начинали на, короче, на самом сложном. На рандомной карте нам выпало... Это самое. Что нам выпало-то? Волчья гора. И на нас сразу напал волк, короче, и убил нас. Ну, практически. Что, у него нет конца. Ну, да. А в какой зоне начал выживать? А, не знаю, мы рандомно выбрали, но, по-моему, это зона отчуждения. Если я не ошибаюсь. А вот насчет конца, говорю, к середине года где-то они обещают выпустить сюжет. То есть здесь будет сюжет, и ее можно будет нормально пройти по-человечески. Так, может, ружье найдем. Так, здесь нету. Так, книжка. Книжка нам не нужна. Опа, кальсоны. Кальсоны мы сейчас оденем. Еще одна шапка. Сейчас посмотрим. Носки у нас шерстяные, как бы. Не нужны. Так. Шерстяные кальсоны. Так, возьмем. Сейчас посмотрим, что лучше будет. Так, здесь закрыто. Так. Ботиночки у нас есть уже. Лишнего груза нам не надо. Так, газировочки у нас тоже полно. Так, здесь что, еще газировка. What have we here? Так, спички возьмем. Что мы ими будем освещать себе путь. Так, это тоже антисептик. Отлично. Так, воды у нас, по-моему, хватает. Так, перчаточки давайте выбросим. Так, это что у нас? Кальсоны. Давай шерстяные оденем. Так, а вот эти выбросим. А эти пусть останутся, когда эти порвутся, оденем. Так, шапка. Это выбросим. 28 килограмм уже, охереть. Так, что у нас там со статами? Легкая усталость, легкий голод, сухость во рту. Ну так давайте пожрем, что ли. И попьем. Так, так, так. Все, что портится, надо сжрать. Тоже давай жрать. Так, я на пару минут, к сожалению, забежал. Мульт на паузу поставили.
А, ну хорошо, спасибо, что забежала. Это приятно. Так, что там со статами у нас? Усталость, ладно, усталость это ничего. Эх, жалко, ружья нету. Вот зажили бы тогда. Так. Здесь ничего такого нет, в принципе. Здесь только не самой морозилки, посмотрим уж. Мясо или рыба будет. Не, ну конечно. Ладно, почопали дальше. Так. Выпусти меня. Так, это... О, вот так наверху. А отсюда нельзя никуда уйти, что ли? Типа куда-нибудь вот туда, вот по лесу. Пойдемте попробуем. Остался час дневного времени. Херовенько, херовенько. Блин, куда я иду вообще? Зачем? Так, главное не сорваться и не сломать себе что-нибудь. Так, ну мы все равно сейчас выйдем на дорогу, так полагаю, да? Я думаю, какой-то, может, обходной путь есть все-таки. Так, тихо. Тихо, тихо, не сломай себе ничего. О, это мы сейчас опять, короче, в тупик придем, насколько я помню. А это не здесь. Так. Советую идти по дороге, будут больше попадаться на пути дома и машины различные. Да, это я знаю. Просто у нас уже навалом еды и питья. Я просто хотел бы что-нибудь интересное найти. Но я так полагаю, здесь так прям не получится. О, устал уже. Ладно, следующий домик найдем, надо будет заночевать. О, а вот и домик. Так, волков нету? Вроде нету. Прибрежные дома. Так, а это дома без печки? Точнее, без камина. А, нет, подожди, а, нет, это без камина. Ну ладно, здесь хотя бы не холодно. Правильно же говорю? Устал. Ну так пойдем поспим. Что делать-то? Да и переждем эту непогоду. Так, что там соленые крекеры? Не, не будем. От них жажда потом, капец. Так. Обычная зимняя... Не, у нас дорогое пальто, так что... Нафиг нам эта куртка не упала. Нет. Hope nobody needs this anymore. Так, ботиночки тоже у нас нормальные. Ладно, давай поспим. Сколько часов? 6. А там посмотрим уже. Так, мы выжили 10 часов. Я так полагаю, сейчас у нас... I could use a drink. Чё, говорит, пить хочет? Погоди. Так. Так, чё там у нас говоришь? Жуткая жажда. Так, ну давай попьем. Так, что у нас там с газировкой? Газировочки навалом просто.
Так. Так, и что-нибудь давай. Рискнем и сардины съедим. Главное не травануться от них. Вроде все нормально. Нормально. Все, давай поспим еще. Часа три. Может наступит уже этот. Два часа. Ага, еще два часа надо поспать. Давай, два часа. И пойдем дальше. Чуть темно так. Так, что там у нас? Хочется пить, но мы сыты. Ладно. Так, давай пей газировочку. Так, если у нас больше ничего не да нет. Ну ладно. Так, к этому самое беспонтовенькое вот это. Так, ну и воды хлебани. Нормально будет. Тихо. Ой, не, блин. Я не его хотел зажечь. Ну да ладно. Так. Зря потратил. Ладно, еще один есть, если что, от волков отобьемся. Так, так-то тут. Ладно, все, валим. Потихонечку. Тума. Хреновенько. Так-то. А вот здесь дом был с камином, да? Надо было здесь остаться. Костерчик бы разожгли. Давай зайдем, посмотрим пока. У нас газировочка кончается. Ящики я бы сказал. А, здесь или там, в смысле? А там просто побыстрее хотел свалить, поэтому не стал. На кухне. А, ну... Я знаю, что там что-то попадется, но что-то... Что-то лень. Так, ладно, что у нас тут? Сейчас здесь обыщем. Крауновки есть что-нибудь? Ну, конечно. Так, что у нас есть? Пока не будем. Вот было бы кофе, кофе бы взял бы. Что кофе полезное. Когда у тебя усталость, это вообще прям спасает. Так, антисептик важная штука. Духовки, может, ее забыли. Ну, конечно, блин. Все пожрали, дармоеды. Ну-ка, давай. Так, батончик оставим. Чё так? Полезная штука. Поехали. Так, ну, ну. Ничего нету. Ладно. Так, спальня тут что у нас? Ничего, смотри, мы все уже облутали. Хлопчата бумажная. У меня шерстяные, не будем. Лишний груз. Здесь с перегрузом уж и не бегать. Выдыхается только так. Ботиночки. О, вообще, короче. Херовенькие прям. Так, здесь у нас что? Батончик. Так. Давай наберем водички. Есть контакт. Так, ну и в принципе-то все так. Пойдем дальше.
Так. Так-то уже даже светает. Но этот туман все портит. Так, а я куда иду? Я сейчас на дорогу выйду, да? Я надеюсь. Нет. А где? Ну, пофигу, пошли. А, не, дорога, смотри-ка. Мне хочется что-нибудь интересное найти. Ну, тут озеро, да, получается? Нихерашеньки не видно. Ладно, пойдем. Потопаем чуть-чуть. По дороге. Так, машинка. Так, вот оставим факел за место этого. Что там лежит? Мясо? Заберем. Довольно-таки неплохо, я вам скажу. Здесь, по-моему, никогда ничего не бывает. Так. Ну и, в принципе, мы нашли... Название отличное. Боль путника вообще. Все. Кончилось. Так, шиповник собираем. Здесь можно чай сварить. Так-то неплохой. Покинуть прибрежное шоссе. Ничего, уходим? Или побродим еще там? Может, по озеру походим? Ну, по-моему, там ничего интересного нету. Ладно, пойдемте. Вот мы и покинули первую локацию. Так, старый остров между зонами. Здесь, по-моему, сурово, здесь ничего нету. Где можно было бы остановиться там. Или что-нибудь такое. Тихо. Замерзает уже наш. Так, что там у нас? Прохладно. Да уж. Не май месяц. Что там? Разбитое шоссе. Здесь ничего интересного не будет. Вдоль берега пойти. Вдруг на что-нибудь наткнемся. Тихо. Но, видимо, ничего тут нету. Походу, зря я сюда пошел. А, не, смотри, какая-то пещера есть. Надеюсь, там не живет медведь. Костер с женом. Смотри-ка. Жратву тут оставил. О, уголь. Уголь это хорошо, кстати. Он очень полезен. Ну, если есть, конечно, О, перегруз пошел. Интересно. Так, тебя поджечь нельзя? Нельзя. Так, что у нас там? Холодно. Хреново, да? Попробуем костер разжечь. Ну, что-нибудь погреем. Так, топливо у нас есть? Одно. Не, давай-ка не будем рисковать. Будем учиться разжигать костер. Так.
Ну, за мной навык поднимется. О, вот что это было сейчас? Ладно. В общем, давай-ка с горючим попробуем. Ну его баня. Так, что добавь? 35 минут. После 30 минут можно добавить будет уголь. Через 28 даже, вот так вот. Так, что давай что-нибудь жранину, крольчатину приготовим. Так, времечко хоть останется. А, нормально. Так, назад. Жаранина. Готовая крольчатина. Кушай, дорогой. Он так аппетитно жрет, что я не знаю, прям аж самому хочется. Так, 10 минут. Ну ладно, подождем. Сейчас еще кинем уголь один и... Или не надо. Уголь у нас сколько? Он, по-моему, то ли на час продлевает, то ли... Значит, давай лучше, короче, кофейку попробуем сварить. Успеем? Давай, давай, давай! Да. Так, где кофеек? Пьем. Так, что у нас там? Тепло, усталости нет, все хорошо, можно. Че? Случайно выкинул. Ладно, пойдем. Такие вот дела. Так. Арка. Хоть побродим здесь, я не знаю, тут. Я когда играл, я просто прошел по дороге и все. И даже ничего не исследовал. А тут вон оно что. Прямо интересно так даже. Так, ну там ничего не будет. Там все плохо. Так, тут у нас... Тоже, наверное, ничего не будет. Можно пойти туда, конечно. Можно проверить, но... Понял, 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 все. Не пойду туда. Все хорошо. Значит, пойдем сюда. Что делать-то? Разрушенный участок дороги. Так, а нам тут... Куда вообще надо? Домик сожженный. Кстати, можно дровишек понабрать. О, Кирикс, привет. Так. Так, а куда здесь? Так, топора у меня нету, ни хера у меня нету. А, вот дорога. В принципе, можно и валить отсюда. Так, там что у нас? Вроде ничего полезного. Этим проверим бардачок. Ну, вот это вот начинается. Ладно, пойдем.
Так, мы нашли выход уже. Если я правильно помню. Или это не выход? Да, вот она, пещера. Ну что ж, пойдем. Шахта номер 3. Что там? Горючее для розжига. Опаньки. Факел. Пригодится. Так, обычные туристические ботинки, кожаные резиновые подошвы. А ну-ка. Так. Ну и выбросим тогда эти. Так. Еще в какие игры? Да посмотрим сейчас, пока в Long Dark. Если там наскучит вам или мне, то может Fallout еще. Четвертый. У меня так-то больше-то и особо ничего нету. Не установлено. Так, ну, в принципе. Так, это одеваем. Это бросим. Кстати, варежки тоже можно. А давайте их разберем. Так, и... Хлопчата, бумажные кальсоны. Ну да, эти получше явно. Может, починим? Давай. Во, отлично. Давайте тогда разберем. Go Left 4 Dead. Так, ну мы сколько играем там? Часик где-то. Ну давайте через полчасика, может, наскучит, и пойдем в Left 4 Dead тогда. Так. Все, покидали. Че, Left... Еще раз напишу, я не понимаю. Обычные перчатки. Хуже моих, ладно, пойдем. А, Лев, в смысле, ты радуешься? Так, тихо. Где мой фонарь? В смысле? Не понял. А у меня ж фонарь был. Я ж брал фонарь. Какого? Ну ладно. Будем со спичками ходить. Так. Так, нет, давай-ка я лучше факел зажгу. Ну-ка, на. Так, еще у нас ничего полезного. Так. Так, что у нас тут? Так, топливо. Антисептик. Так, что, угольня у нас есть, не будем переусердствовать. Так, здесь что, пойдем. Ломик. Хреновый ломик. Мой получше. Так, уголь. Аккуратно.
Твою мать, а? Так, ну куда мы выйдем? Ничего не то. Так, там уже выход. Хорошо. А здесь что у нас? А здесь закрыто. Так. Книгу заберем, ткань заберем. Крючок. Пригодится. Я буду леску найти. Высушенная кожа. Для починки обуви. Нормально. Гвоздодер. Возьмем ножовка. Качественный инструмент. Нихера себе тут поналожили. Ну-ка, подожди. Так, что им этот? Выбросим. Так, качественный продукт для изготовления и починки. А это... Нахер. Так, наборов для шитья что-то у меня полно. Ножовку тоже выбросим. Вот так вот. Че, пойдем. Куда-нибудь сейчас довыйдем. Ага, зона запустения. Значит... Хорошо. Так. Кролик. Только убить его нечем. А так бы сейчас было мясо. Так, а куда мы сейчас выйдем? Что-то не особо помню. Так, машина разбита. И сюда пойдем. Может, что интересного найдем. Или нет. Так, а чё перегруз? А, от усталости. Блин, нет. Ладно, надо будет найти место для отдыха. Так, олень. Вон там я уже что-то вижу. Заморожено. Мне нечем даже будет раздавать. Разделать. А вот здесь это, по-моему, вход в пещеру. Куда можно выйти в какое-нибудь интересное место. Но нам нужно отдохнуть. Так, ну, конечно, церковь, все дела, но она полностью открытая. И это вот там никак не помогает. Здорово, дружище. Ты, Дикерик, а что у тебя кроме Left 4 Dead есть? Может, что-нибудь другое поиграем? Только так-то Left 4 Dead уже был, поэтому чуть, может, что-нибудь... Интересное другое. Ну, кроме КС-очки.
Так, в принципе, можно взять дровишки. Так, и взять горючее. Разжечь огонек. Так-то. Тихо-тихо. Ой, так. О, классно. Наверное, это знак. Собака вылетела, а? Так, один из... Ладно, сейчас перезапустим. Весело. Санчес, а что-то типа Hard World или Rust? Hard World'а нету, есть Rust, но, блин, как-то... Не знаю. А в нем, по-моему, не установлен, кстати. Так, ладно, вернемся на заставочку. Вот так вот взял и вылетел, скотина. Так, что у меня еще есть? Из такого. Сетевого, скажем так. Но у меня нихера не установлено. Можно в GTA-шечку побегать и съесть. Че еще там? LFD, Killing, в принципе, Killing 4 можно быстренько скачать. Ну ладно, это долго будет. Есть Forest, можно Forest побегать. Ну так, чисто в коопе. Еще есть Project Zomboid, но это, да, это затянется. Так что пишите, что. Дальше продолжим. Или... Или скучно. В Long Dark. А я пока подожду. Так что? А то сейчас Fallout запущу. И меня уже будет не остановить. Решайтесь. Что там? Запускай Fallout. Да без Б вообще. Так, сейчас только надо. Ой, где он тут у меня? Вот он, родненький. Так. Так. Делаем вот так. Тихо, тихо. Музычки накладываются. Так, сейчас мы добавим вот тут в эту самую. Добавить. Так, и в... Ну, тогда будем играть Fallout. Так. Так, сейчас поменяю название стримчанского.
Так. Черт. Вот. Так вот. Так. Сейчас, секунду. Я ж музяку забыл выключить. Чё это так? Вот. Ну и, собственно, будем... Тогда играть Fallout. Ох, так, где же я там остановился-то, господи? Так, а знаешь что, знаешь, сейчас мы стримчанский перезапустим, чтобы мне потом было удобнее. Поэтому сейчас на секундочку трансляция прервется, и тут же начнется заново. Но вы не расходитесь. Буквально 2 секунды.